Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер и с новым вас годом! Я сегодня не случайно, вопреки традиции, вышел на эту сцену позже команд. Дело в том, что мне очень захотелось, чтобы обращение «Дорогие друзья» и поздравление с новым годом было адресовано также и им тоже. Потому что играющие сегодня команды не могут не быть друзьями и между собой, и по отношению к каждому из нас. Потому что эти две команды в трудной борьбе в течение сезона доказали, что они лучшие из тех 12, что начинали нынешний сезон. Не говоря уже о том, что для каждой из этих команд вот нынешний, прошедший теперь уже, или заканчивающийся игровой сезон был третьим. И несмотря на то, что, и не говоря уже о том, что каждая из этих команд уже побывала в финале, каждая из этих команд уже не стала чемпионом. А вообще по КВНовским меркам, если хотите, они уже где-то даже и ветераны. Поскольку вот команда, которая расположилась справа от меня, она выходит на эту сцену, на сцену Московского дворца молодежи в 8-й раз. А команда, вот для команды, которая находится справа, слева от меня, сегодняшняя игра... 10-я, юбилейная, если хотите. Люди заняли свои рабочие места. Сейчас по своим рабочим местам разойдемся и мы с командами. Но нам до нашего шампанского надо еще пройти дистанцию. Дистанцию, которая называется «Финал 95». Итак, дорогие друзья, давайте начинать. Ну, мои настойчивые требования еще до игры, до нашей передачи, обязательно бурно отмечать новый 1996 год в нашем клубе, объясняется уже тем, что в наступившем году нашей музе КВН, ну, о возрасте дамы как-то не принято говорить, но я думаю, наша дама не обидится, если я скажу, что уже осенью, вернее, осенью нынешнего года нашей музе исполняется 35 лет, а уже весной, с момента рождения, а уже весной 10 лет с момента возрождения. Ну, случай, так сказать, беспрецедентный в истории телевидения, приятно мне сейчас об этом сказать. И поскольку действительно, услышав это, тянет на какие-то исторические, так сказать, исследования, этим мы сейчас непосредственно и сразу займемся. Тем более, что, по большому счету, своя 5-6-летняя история у каждой из играющих команд сегодня есть. Поэтому наше приветствие называется «Ты помнишь, как все начиналось?» Команда КВН Харьковского авиационного института. Получи, воздавишь свой дом, семью, работу, быт отложишь на потом. Ты в КВНе нау, воу-воу, ты в КВНе нау. Смешные шутки будешь ты говорить, ТЗ, разминка, ты без них не можешь жить. Ты в КВНе нау,
Антона возьмем. Вот на полтона мы подняли свою прыть. Я не могу, я упаду. Кстати, шутить ты в КВН знал. Федька! Федька! Сколько зим, сколько лет! Ну ты как, Федька? Я директор банка, офис новый строю. Ты-то как, Серега? Да я это... КВНщик он. Это не смешно, дядя. Зато правда, иди, Федя. Ну зачем ты так при Федьке? Он знаешь какой? Да ладно, брось, тоже мне директор банка. Что у него за жизнь? Машина, дача с бассейном. А у тебя пошутил, выпил в Харьков. Пошутил, выпил в Харьков. Романтика! Вы помните, как все начиналось? Нет! А вы? Нет! На этом приветствие команды КВН Хари закончено. Я помню, как все начиналось. Предатель! Помню, купили, значит, мы с женой себе водяной матрас. Прихожу домой, ложусь, чувствую, в матрасе есть кто-то. Я туда, ты кто? Ага. Оттуда кто-кто? Кусто! И я помню, что? Помню, как вы меня присеете. Обратно ты о своем. Я понял, чтобы вспомнить, как все начиналось, нужно пойти в обратном направлении. Верно, освоение целины. Последним с поля ушел комбайнер Сидоров. И теперь ему одному придется убирать весь урожай. Почему? Морской закон, кто последний, тот и убирает. Успеем, не успеем. Успеем, не успеем. Все у нас получится. Да ничего у нас не получится. Почему? Зерна на зиму все равно не хватит. Не волнуйся, правительство заявило. Если шахтеры объявят еще 2-3 забастовки и голодовки, до зимы как-нибудь протянем. Я вспомнил лучшую шутку 20-х годов. Полночь. В дверь недобитого буржуя раздается стук. Кто там? Спрашивает недобитый буржуй. Это я, Карамелька Чубачуб. Весело шутят чекисты. Здорово, холопы! Кто ты? Аз есмь царь сия Руси Иоанн Грозный. Что поделываешь, государь? Так и что можно поделывать на Руси с фамилией Рюрикович? В КВН играю. Ну, полдень. В городском саду раздается стук. Тук-тук-тук. Это новые русские играют в волейбол. Правда, одна беда, у них все мизинцы переломаны. Почему? Они подачу вот так вот принимают. И какой русский не мечтает стать новым русским? Смокинг кашемировый, полоску воротник. Мы у новых русских спросили напрямик. Какого? Среди населения мы провели опрос. Всех людей волнует один простой вопрос. Какого депутаты довели? Наливай. Ребята, вы не знаете, почему Пресняков таким писклявым голосом поет, а? А ты бы хотел, чтобы он спел голосом Левитана? Засыпает синий зурбаган, товарищи. Оу-о, оу-а. Да? Да. Да? Да. Да? Да-ду-да-ду-да. Нет. Вот я мечтаю о очень большой квартире. Ты знаешь, что такое очень большая квартира? Ну, 3 комнаты. Нет. 4. Нет. Очень большая квартира – это когда в углу комнаты незаметно стоит аквариум с бегемотами. Давайте я вам лучший анекдот расскажу. Встречаются как-то Кучма и Ельцин. Меньше политики. Да, они меньше политики, а больше просто хорошие мужики. Один другому и говорит человеческим голосом. Every time. Каждый раз во время выборов вы подвергаете страну опасности, что может нарушить баланс и послужить причиной кризиса. Хорошо, если под рукой есть армия, а если ее нет, тогда плохо. Причем с утра до вечера. Идущий на КВН приветствует тебя. Кто ты? Я Цезарь. Откуда ты? Из Рима. Логично, нефиг Цезарю делать в конотопе. И правильно, потому что все началось еще раньше, каменный век.
холодно. Мамонты еще не вымерли, но уже сильно болеют. Ширится движение каменному веку. Нет, нет, нет. Сокращенно КВН-НН. КВН-НН, КВН-НН. Точно, точно. Наши археологи обнаружили останки первых КВНщиков. Особенно... Господи, прости. Особенно хорошо... Ну, главное, что правильно поняли. Особенно хорошо сохранился скелет ведущего. Боже, мне конец. Нет. Все началось еще раньше. И создал Бог землю за 6 дней. И настал день 7-й. И вознесся он над землей. И окинул взглядом дело рук своих. И обратились к нему люди и звери, рыбы и птицы. Чудо! Чудо! И сказал Создатель: мы начинаем! КВН! Начиналась команда КВН «Эскадрон Гусар». А еще, любезный Александр Васильевич, являетесь вы мне чисто белый лебедь. Будто плывете вы себе по сцене или по другому какому делу. А помните, как все начиналось? Протаскала я муз за собой по всему сезону, и скоро буду у вас. Боец гусарского эскадрона... Эх, Сухова, Кобылина! Когда проснешься под столом с больною головой или в кровати, но при том не со своей женой, когда не сможешь ты понять, что вдруг с тобой стряслось, останется лишь вспоминать, чего все началось. Вопрос сидит в тебе, как ржавый конь. Так чего же все началось? На пути к финалу ты не попала, и мы замкрутили, и детей учили. А в игре последний вот конфуз стали эскадроном. Я. Далей. Я. Терпсихор. Я. Эвтерпий. Я. Калиоп. Калиоп. Калиоп, Калиоп, покажи личико. Ну и рожа у тебя, Володя. КВН. КВН. Нет КВН. Нет КВН. Нет КВН. Нет КВН. Нет КВН. Опять куда-то запропастилась. Пойду поищу. Ой. Слава богу, дошли. Ой. Неужто Россия? А что, не видно? А что, что там мужик вон по горло в песке зарыт? Так гололед. Дорожки песком посыпали. А-а-а. Есть еще в стране порядок. Есть. А что ж нас мус маловато? Где остальные-то? Сбежали в обоз, он к Демидову, да. Ну, так да. Может, пока стоим, вдохновим кого-нибудь? А я одного изобретателя вдохновил. Так он новую русскую тройку придумал. Представьте себе, 600-й Мерс, запряженный тройкой телохранитель. Так и хочется спросить, куда ж ты мчишься, тройка? И доносится с нее... Дороги, козел. В общем, нет ответа. Да,
Богатая у нас культура. А это потому, что она взяла все лучше от разных культур. Из Европы, например, к нам попал хрен. Из Аляски моржи. А наша культура все это объединила. В общем, скоро благодаря нам, музам, начнется райская жизнь. Да, ну райская жизнь уже была. Да? Давайте-ка вспомним, как все начиналось. О! Началось в раю земном, там, где Адам гулял, прикрывший фиговым листом начало всех начал. По славу тех далеких лет у нас любой мужик почти что как Адам одет и тоже держит фиг. А если он не сдержит этот миг, конец света будет тот же миг. Яблочки, 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 мужики, там яблочки. А Корочков нет, Ева? Но вы бы еще ребрышек спросили. Ева, вы знаете, мы тут давеча с поручиком Ржевским стрелялись. Поручик, я надеюсь, вы из-за женщины? Я из-за женщины, а ротмистр трус за дерево спрятался. Да, господа, а как все прекрасно начиналось. И создал Господь тварей земных, и гадов морских. И членов жюри. И на седьмой... И на седьмой день они отдыхали. А на восьмой день создал он похмелье. Господа, у меня есть потрясающая идея избирательной кампании для кандидатов в президенты. Да, мне интересно. Если в предвыборных лозунгах они от своей фамилии оставят только первую букву, первую. Это будет иметь потрясающий эффект. Проверим. Вот смотрите. Голосуйте за Бориса Николаевича. Е! Yeah! Кто за Григория Алексеевича? Е! Yeah! Да здравствует Владимир Вольфович. Yeah! Что-то я здесь не додумал. Да мы много чего, господа, не додумали. Вот, например, как мы будем встречать Новый год? А давайте нарядимся Дедами Морозами. Хорошо, а? Но только борода должна быть не из ваты. И чернегорбица. А почему? Тут дети опять своими стишками весь праздник испортят. Господа, господа, меня больше волнует, где мы будем встречать Новый год. Ну, где положено по уставу. Новогодний хоровод с прямым шагом, сборка-разборка елки на время, сматывание гирлянд, отход-подход к Деду Морозу. Все как всегда, господа. Не знаю, кто как, а правительство будет встречать Новый год точно в Кремле. Почему? А почему именно в Кремле? Ну, по старой примете, где Новый год встретишь, там его и проведешь. Есть еще одна примета, господа. В чем встретишь его? Новый год, в том его и проведешь. Пора снимать маски! Падают листья. Это в своем роде Божий дар. Ведь кустарам нечего стыдиться, будто вы не видели кустар. Да, господа, вот только теперь это все и начинается. Ну и что же начинается? Новый год, ротмистр. А каким он будет? А давайте оценим его по-нашему, по-КВНовски. Давайте, господа, вы знаете, я думаю, что Новый год будет так себе. А я думаю, он будет прекрасным. Аналогично. А чего гадать? Поживем, увидим. Вот таким он и будет. Нелегким, но приятным. А вас, Ржевский, я попрошу остаться. И вот приходит Новый год, и все вернется вновь. Вы про любовь? Я про любовь. Мы вместе про любовь. Как началось, что началось, мы помним, но при том, кто старую помянет злость, немедля выйдет вон. Вопрос, а как мы будем Новый год встречать? Господа, тут старый молчат. А простого слова все начнется снова. Надо нам толково выбрать слово. Вам нравится? Да. Пускай этим словом будет жизнь. Пускай. Пускай этим словом будет жизнь. Словом жизнь Новый год начни. Новый год, эй, ёлка, зажги. Новый год скорее начни. КВН ХАИ. 5, 4, 4, 5, 5,
5. Приветствие, команда КВН «Эскадрон Гусар». 4, 3, 3, 4, 5, 5, 4. Спасибо. Судя по историческим экскурсам команд, с тех пор, как все начиналось, многое изменилось. Вот, скажем, компьютер, мог ли кто-нибудь в те годы рассчитывать на такую точность деления столбиком? Сейчас, правда, это дольше происходит, но зато красивый антураж какой. Так, Лена, что у нас в итоге? За приветствие команда Харькова получает 4,7 балла и гусары 4 балла. Итак, первые оценки появились в нашей финальной игре. Они оглашены и сейчас появятся на табло на сцене. Ну, это всего лишь начало, всего лишь первый конкурс. Давайте двигаться в нашем финале дальше. В преддверии юбилея КВНовского хочется, конечно, начинать делиться с молодежью некими историческими, может быть, забытыми фактами. Вот один из фактов, ну, не столько забытый, может быть, сколько слегка размыт, ведь потому что исторически так сложилось. Главный конкурс-то ведь в КВН издревле. Это разминка, это вопрос и ответ. Ну, вопросы, как мы с вами знаем, в истории повторяются, зато ответы каждое поколение дает на них новые. Вот сейчас на старые вопросы предстоит отвечать новому поколению КВНщиков. Наша разминка так и называется — «Новый ответ на старый вопрос». Кто начинает по жребию у нас? Гусары, прошу. Старый, новый вопрос. Кому он нужен, этот новый русский? Ты сам-то ответ знаешь? Что-то написали тут, наверное, что-то. А вы, Александр Васильевич? Я старый русский, я не знаю. Нет. Про новый. Пожалуйста, повторяется вопрос. Старый новый вопрос. Кому нужен этот новый русский? Старой русской. Нормально. И свой вариант. Старый новый вопрос. Кому нужен этот новый русский? Конечно, швейной промышленности. Если бы не они, кто бы покупал эти дурацкие малиновые пиджаки, а? Так, пожалуйста, Хаи. Итак, старый вопрос. Что такое депутатный мандат? Депутатский мандат. Ты научись сначала произносить вообще это. Я думаю, что точный ответ знает Макаров. Он у нас депутат новой Государственной Думы. Гусман помнит, конечно. Так, внимание, пожалуйста. Итак, что такое депутатский мандат? Читайте внимательно программу Зюганова, там все написано. Итак, что такое депутатский мандат? Это очень хлебная карточка. Ну, прошу, еще попробуем. Пожалуйста. Гусар. Вопрос вопросов. Можно ли заменить вопросы? Для чего, для кого, на что, где, когда? Пожалуйста, повтори вопрос. Вопрос вопросов. Можно ли заменить вопросы «для чего», «для кого», «на что», «где», «когда»? Можно, но возникает встречный вопрос. Зачем? Свой ответ.
Вопрос вопросов. Можно ли заменить вопросы? Для чего? Для кого? На что, где, когда? Нет. Ведь что, где, когда и думают в два раза дольше, и ответы всегда не смешные. И зачем нам менять нашего бессменного на ихнего бессмертного? Ну, принимается только из-за ссылки на бессменного. И вопрос ХАИ. Последний старый вопрос. Чего никогда не было в разминке? Чего никогда не было в разминке? Ответа с первой секунды. Повтори вопрос и ответьте. Итак, чего никогда не было в разминке? В разминке никогда не было финальной песни. Прошу. За разминку начинали гусары. Прошу. Гусары, максимум 7 баллов, разминка. 3, 3, 4, 3, 5, 5, 2. Хорошо. Пожалуйста, разминка ХАИ. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 3. Пожалуйста. За разминку харьковчане 3,8. Гусары 3,5. Итого Харьков 8,5. Эскадрон гусар 7,5. Спасибо. Все за время своего существования КВН оставил уникальное песенное наследие. Не случайно совсем недавно мы провели первый музыкальный КВНовский фестиваль. Надеемся проводить его в этом году и, в принципе, ежегодно. Ну, а если говорить конкретно о музыкальных наших конкурсах, то тут, в общем, песенное творчество как-то ограничивалось обычно темой. Но сейчас мы решили поступить по-другому. Мы решили не ограничивать команды в выборе тем для этого конкурса. И, в общем, могут представить на суд жюри и зрителей все, что им, так сказать, навеет музыка КВН, или просто поступить как иные. Он так, кстати, и называется сегодня музыкальный конкурс. Что вижу, то пою. Команда КВН «Харьковский авиационный». Добрый-добрый вечер. Кто придумал тему этой музыкальной игры? Эхо разминки. Сейчас прямо на этой сцене, можно сказать, на этих досках, вы увидите наше шоу. Шоу вижу, то пою. Итак, первый экспонат. Вижу зал КВН, в нем идет, вижу, Гусман напиток не пьет, вижу, как он на сцену глядит, нежно, ус рукой теребит. Кстати, у вас отстает борода, я ж говорил, клей плохой, ПВА, надо брать ПФ номер 2, вижу, сбоку компьютер стоит, вижу Лену, она все грустит, знаю, Лена не может пройти Тетрис, уровень номер 3. Случай счастливый сидит рядом с ней, муж он ее и у них 5 детей, ой, будет разговоров теперь, вижу, камера в зале летит ближе. Вон жена в центре зала сидит ниже.
ты ее к серединке подай, так влево, а теперь опускай. Счет ты грозишь там в десятом ряду, нос у тебя как у двух кокоду. Съела, я домой не приду. Буду всю ночь я с ребятами пить, громко храпеть и к соседке входить. Хватит меня дома гнобить. Делай раз. Делай два. Ну тогда делай три. Ой, что за юбка там ниже пупка? Это ж Танька седьмого домой убежала со школы. Здравствуй, Танюшенька, ну как дела? От стервоза, чтоб ты подавилась своей пепсиколой. Кстати, Ильинична, ты мне должна. Громче скажи, я не слышу. Я говорю, молодежь уж не та. Да ты не ори, чай, небось, не глуха. Эй, там мальцы расшумелись, чего? Ты при людях кого обозвал это старой коргою? Нифига, блин, на туре совсем обалдел. Слышали, ля, братанка, чума, я не тоща урою. Ес! Ну ты, Ильинична, право даешь. Ты ж ведь культурная баба. Меня на понты не так не возьмешь. Эту видала в графу молодежь. Вон на во льво прикатил деловой мафиози, бандит, паразит, спекулянт. Здравствуй, Дима! Не был давно, а в Париже, ну как? Ну да ладно, родной, ну конечно потом. Вот скотина. Гляньте, мужик вон на лавку присел. Клинья к тебе подбивает. Ой, больно нужен он мне вот такой. Тоже мне выискался Масляков. Добрый вечер. Один футбольный арбитр как-то попал в жюри конкурса имени Чайковского. Так, на первой же минуте он удалил ее участников за игру руками. Вывод. У каждого свой взгляд на жизнь, но ведь есть вещи, на которые все смотрят одинаково. Слышишь, небо голубое? Слышишь, облака? Слышишь, всюду запах солнца, плещется река. Дождь слепой ведет за руку майская гроза. Чтобы все это увидеть, ты открой глаза. Небо голубее, чем здесь, ты не найдешь нигде. О ветре я молчу, и таких вот облаков нет ни в одной стране. О ветре я молчу. Я молчу о том, как робок утренний рассвет, как зимой с луной играя кружит белый снег. Я молчу, чтоб не спугнуть другую высоту, чтоб молчанием подчеркнуть земную красоту. Но я не могу молчать, как летом соловьи свою заводят трель. И как струна и льда мне для души поет весенняя копель. Но я не могу молчать, какая на траве волшебная роса. И какие у страны, в которой я живу, красивые глаза. Красивые! Эскадрон «Гусар». С некоторых пор наши люди стали плохо петь. А почему они плохо поют?
потому что поют то, что видят. А видят они неважно. Я, окулист шоу-бизнеса, берусь их вылечить. Следующий. Пожалуйста, взятку. Вы не поверите, зрение у нас не в порядке. Мне 30 лет, я ни разу не видел Париж. Мне 50, я женщин 2 года не вижу. Я вот хожу на футбол и не вижу футбола. Мне бы Марию увидеть. Ну, так... Но без панадола. Ой-ё. 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 Ну, хорошо, хорошо. А что еще? Что я не вижу еще? Я не вижу просвета. Гусмана фильмов не вижу. А может, их нету? На пост президента достойной фигуры не вижу. Ну, кроме Явлинского. Гриши? Нет, тоже не вижу. Но лучше всего мы не видим, конечно же, денег. Итак, диагноз. Есть подозрение, что все упирается в зрение. Ну, давайте вас проверим. Итак, буквы. Ой-ё, ой-ё. А попробуйте снять очки. Ну? Ой-ё. Ну? Ой-ё. Уже лучше? Ой-ё. Ну? Ну? Товарищ в темных очках, вы тоже ко мне, да? Скажите, чтобы за вами не занимали, ладно? Люди должны подойти. Спасибо. Пожалуйста, взятку. Вы не поверите, зрение у нас не в порядке. А сколько вам лет? Мне 35, но я в жизни не видел плохого. Ну, чисто страданий, лишений. Да, ну, типа такого. Вот в ноябре на Багамы поехала крыша. Доктор, прикиньте, я месяц плохого не вижу. А? На КВН приходил, посмотрел на Маслякова. А? Вот уж казалось бы. Ну тоже не вижу плохого. Ой-ё. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Много плохого не видел я в штате Айова. О! О! Нет фильмов Гусмана. Но тоже не вижу плохого. Я даже не вижу плохого в наличии денег. Скажите, какой у вас диагноз? Есть подозрение, что все упирается в зрение. Ну, давайте и вас тогда проверим. Буквы. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Ага, понятно. Снимайте очки. Ой-ё. Так. Ой-ё. Ну? Ой-ё. Итак, что же вы видите? Вот лично вы. Я, кажется, вижу, что мир не такой уж и черный. В нем... Синее-синее небо! И доллар зеленый! Вон Красная площадь! И Кэмела желтая пачка! Вон Белый Орел!
такого же цвета горячка. Понял, да? Вот так. Вот рыжая женщина, платье на ней голубое. Где, где? Ну, поздравьте меня! Наконец я увидел плохое. Ой-ё! Ой-ё! А вы что, тоже все ко мне? И все без очков? Ну давайте, один раз вместе с нами, но все вместе. Элементарно. Что вижу, то пою. Начинаем. И... Ой-ё! Хорошо! Ой-ё! Ой-ё! Товарищ, снимите очки, хватит баньку валять. Ой-ё! Вижу, то пою! Мы видим, мы видим! Идет Новый год! Грызы! Товарищи, 5% барьер преодолеть надо! Когда-нибудь будет у нас президент лысый! Хорошо! Дальше! Все станет простым и доступным, как два пальца! Ну, в нашей стране все может быть! Дальше! И куры нести золотые начнут яйца! Молодцы! Последний раз! И станет завидовать нам полземного шара! Молодцы! Теперь мы споем! Мы все это видим, честное слово гусара! Поем то, что видим, и голос наш лечится, и зрение лечится! Ведь главное то, что я вижу! Я вижу его! И пою отечество мое, 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 пою отечество мое, мое, мое. Каким бы оно ни было, оно мое, мое, мое. А куда очки? Да, очки. Очки, ну отдайте в жюри, может зачтут. Следующий номер исполняет жюри. Тема, кстати, та же. То, что видели, про то и будут петь. Пожалуйста, оценки максимум в этом конкурсе 5 баллов. Первыми на сцене были КВНщики ХАИ. Прошу. 4-4-4-4-5-5-4. Парфенов, Демидов, вы не опускаете, что поднимать каждый раз? Держите так, сидите и держите. Музыкальный конкурс, команда КВН «Эскадрон Гусар». Все судьи 5 баллов. Итак, внимание. Вот это уже интересно. Итог этого конкурса и всех предыдущих в сумме. Прошу. Музыкальный конкурс. Команда Харькова получает 4,2 балла. Гусары 5 баллов. Итого. Харьков 12,7 балла. Гусары 12,5 балла. Итак, 2 балла отделяют, 0,2 балла отделяют команды друг от друга, а мы... Слышите музыку? Движемся дальше. Пожалуйста. Не знали наши мамы, не знали наши папы, что дети непростые, у них в семье растут, что подойдут их детям ни кепки, ни шляпы. Фуражки капитанов им очень подойдут. Капитаны, капитаны, мы противника берем. Итак, дорогие друзья, перед вами... Капитаны команд финалистов. Капитан команды КВН Харьковского авиационного института Андрей Чевурин. И капитан команды КВН «Эскадрон Гусар» Владимир Коняев. Кстати говоря, хочу напомнить, что команда «Эскадрон Гусар» возникла на базе в свое время Львовского института, военного института культуры. В нем учились ребята из самых разных городов и республик тогда Советского Союза. Сейчас большинство членов команды КВН «Эскадрон Гусар» служат в рядах вооруженных сил
России. И вот только капитан преподает в родном училище, он офицер украинской армии. Так что у меня ощущение, что у нас на КВН, в общем, получается даже сдружить и армии, что не всем политикам пока удается. Так что прошу, присаживайтесь. Присаживайтесь, смелее, смелее. Да, 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 вы знаете, глядя на вас, у меня ощущение, что вы не новички в застолье, да? Ну, я не... Ну, давай, 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 давай. Итак, капитанский конкурс. Ну, вы знаете, так и хочется сказать, откупорив шампанского бутылку и перечтя учебник КВН. Но вот, к сожалению, как ни странно, нет учебника КВН. Вот учебник, как в шахматы играть, есть. А в КВН нет. Хотя, по-моему, в КВН сейчас уже даже не меньше, чем в шахматы играют. Дело трудное, боязно к нему подступиться, поэтому мы решили сегодня провести такой легкий эксперимент. Сейчас вы поочередно будете выступать сначала в роли опытного, так сказать, КВНовского ветерана. И за пару минут должны будете научить новичка, визави новичка, как все-таки играть в КВН. Но новичок, выслушав вас, должен задать несколько, так сказать, уточняющих вопросов, типа там «скажи-ка, дядя». Потом вы меняетесь. Кто из вас по жребию первым учить будет? Андрей Чевурин, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, уважаемый Александр Васильевич, дорогой племянник, чтобы сыграть смешную игру, для начала надо найти смешных спонсоров. И вас никогда не смогут упрекнуть, что их деньги плакали, их деньги смеялись. Находчивости можно учиться у правительства. К примеру, когда Соединенные Штаты Америки отказали Украине в очередном кредите, правительство не растерялось, а сразу обратилось в ООН за пенсией по случаю потери кормильца. Теперь о стратегии и тактике победы в КВН. Побеждает тот, кто раньше начнет шутить. Вот текст типовой телеграммы соперникам. В Москве грипп, игра переносится в Калугу, целую АМ. Также важно знать схему разминки, она очень проста. Короткий остроумный вопрос плюс короткий остроумный ответ равняется любовь. Тоже короткий остроумный, сколько? 30 секунд. Теперь перейдем к практике. Учебные пособия, как-то, да? Теперь это, чтобы было нагляднее, Володя, давай вот так вот. Вот приветствие. Где должен быть капитан во время приветствия? Не имеет никакого значения, Володя. Поскольку капитан без команды, это все равно, что Миклуха без Маклая. Прошу простить меня за эрудицию. Теперь рассмотрим непосредственно конкурс капитанов. Допустим, вот этот капитан удачно подколол этого капитана своим вопросом. В ответ этот капитан не менее удачно подколол его своим ответом. Что они делают? Они делают вот так и уходят. Теперь перейдем к учениям. Вот это исходная позиция. Стрелочками показано движение шуток. Движение шуток. Вот здесь в засаде сидит жюри. Оно перехватывает шутки, и поэтому многие шутки до зала не доходят. Как этого избежать? Чтобы это избежать, надо запускать шутки как можно ближе к земле. Если шутка пойдет ниже пояса, то зала ей не... Новейшая разработка в этой области – это шутка «Стингер». Она гоняется за вами, пока вы не засмеетесь. Иногда всю жизнь. Теперь перейдем непосредственно к боевым действиям. Пожалуйста, ваши вопросы, Володя. Есть ли на смешных деньгах какие-то особые познавательные знаки? Есть. Это цифры. И еще один вопрос, пожалуйста, Володя. Скажи-ка, дядя, чисто профессиональный вопрос. Да ради бога. Как могла оказаться совершенно секретная карта на такой совершенно несекретной передаче? Ну, я думаю, Володя, что...
И нечего скрывать от своего народа. Аплодисменты болельщикам. Не уходите, пожалуйста. Итак, конкурс капитанов. Максимум 4 балла. Начинал конкурс Андрей Чевурин, КВН ХАИ. Прошу. Три, три, четыре, два, четыре, четыре, три. И капитан команды КВН «Эскадрон Гусар» Владимир Коняев, пожалуйста. Три, четыре, четыре, три, четыре, четыре, три. Момент интересный. Итак, пожалуйста, Лена. За капитанский конкурс капитан харьковской команды 3,2 балла. Капитан эскадрона «Гусар» 3,5 балла. Итого. Харьков 15,9 балла. Эскадрон «Гусар». Эскадрон «Гусар». Под елкой центровой мы с музой КВН прощаемся. И ей мозги крутя, мы говорим шутя, что в будущем году повстречаемся. Боюсь я Новый год встречать. Проснусь я в стране другой опять. Что? Услышу обращение, стоит ли внимание обращать. Все-таки встречать или не встречать. Ой, мужики, гудит, ой, гудит. Чего? Слышу, гудит, земля русская сильно гудит. Слышу, наступает на землю русскую Новый год. Ну что, мужики, защитим? А надо ли? Да как же иначе, коли щиты заготовлены? И по щитам уплочено. Ахтунг, ахтунг, атансьон, атансьон. Короче. Короче. Эта кукушка, она будет объявлять, сколько нам осталось до Нового года. Как-ка? Не каркай. Ну так что, мужики, пускать Новый год на землю русскую, али не пускать? Пускать, Илья Муромец, он нам красных девиц приведет. Ай. Не пускать, Илья Муромец, старый год нам уже красных молодцев привел. И тише, тише, я за такие слова 30 лет и 3 года отсидел. Слушай, мужики, приказ. Ты, Алёша, направо пойдёшь, с левыми повстречаешься. Ты, Никита, налево пойдёшь, с правыми повстречаешься. И чтоб у меня никакой политики! А я думу буду думать. Хотя, а чё её думать? Надо дозорных расспросить. Русская водка, что ж ты натворила? Русская водка, ты меня скупила. Стой, Атьва! Вы кто такие, Матьва? Фу. Мы не Матьва, мы братьва. Лыжники-разведчики! А чё, лыжи-то вертикально поставили? А чтоб следов не оставлять! Ну, ребятки, слушайте боевой приказ. Наступает Новый год, действуем как всегда. Одна белая ракета, наступаем. Две белые ракеты, отступаем. А если 150 белых ракет? Значит, взорвался склад белых ракет. Товарищ генерал! Тамбовский волк тебе, генерал! Слушайте внимательно пароль. Война и мир, том 1. Отзыв, война и мир, том 2. Это ж сколько учить-то надо? А в случае чего, мужики, посылайте сигнал СОС. А почему в сигнале СОС всего 3 буквы? Это чтоб посылать легче было. Ну, ступайте! Водку запивай! Русская водка, что ж ты натворила? Так и не понял я, встречать Новый год, али не встречать? Хэ-хэ, купи! От советского зашитая, от родимого обменного бюро. О. Курс рубля, ку-ку, еще 4600 раз, ку-ку. Такой нам курс не подходит. Надо бы народ послушать. Чудо! 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 В наш...
нашей деревне все дети похожи на кузнеца. А в чем чудо-то? Так и нет у нас в деревне кузнеца. Ну что, мужики, встречи Нового года готовы? Готовы, батюшка, ой, готовы мы. И комбайны у нас Мулинекс. И молотилка Симмонс. И речка-микроволновка-то. И даже дед Филипс Кобелин старый изменяет жизнь к лучшему. И к зиме мы готовы, готовы к зиме. Ананасы с бананами-то заквасили. Ананасы с бананами-то зачем? Так нам пофигу чё, лишь бы квасить. А чё это за кирпич-то у вас? О, это не кирпич, то наша Моторола. О. Радиус действия пока небольшой, но работает безотказно. Слышь, Петрович, отзынь от Нюрки-то на три лаптя. Мужики, чекай, у него телефон-то с автоответчиком-то. Да? Ух ты. А ну-ка, по щучьему велению, по моему хотению, придите мысли ко мне в голову. Что, дружок, похмелье? Чур! На что жалуешься, щукин сын? Любое желание выполню. Хочешь, летать будешь, аки сокол. Аки-каки? Аки-какинаки. Щучу, щучу. Ты вот скажи мне, щука, встречать Новый год, али не встречать? Встречать, мил человек, встречать. А может, не встречать? Не встречать, мил человек, не встречать. А ты что, издеваешься? Издеваюсь, мил человек, издеваюсь. Ну а как же пожелания? По желанию нашего гостя из солнечного Мурома поет земля. Че? Послушай землю родимую, Илюшенька. Здравствуй, русская земля. Что это ты, худая? Я ж одна шестая. Много нефти, мало стало. В чем же тут причина? Пока Сибирью прирастала, обсохла Украина. Опа, опа, кремлевская ограда. Народ выбрал, что хотел, так ему и надо. Чё, Лёшенька, правые говорят, чё, Никита, левые молвят? Новый год встречать, Илюшенька, с хлебом, солью. Пузырьками шампанского. Ай, ну давай, кукушечка, кукуй. Ку-ку. Раз, и зарплата поднялась. Ку-ку. Два, и чище стала Москва. Ку-ку. Три, перестала брать деньги ГАИ. Ку-ку. Четыре, и настал мир во всем мире. Ку-ку. Пять, Спартак кубок выиграл опять. Ку-ку. Шесть. Можно и то, и другое, и рыбку съесть. Ку-ку. Семь, Спартак. Да забодался своим Спартаком совсем. Ку-ку. Восемь, у Запада помощи не попросим. Ку-ку. Девять, будем все сами делать. Ку-ку. Десять, будем вроде порознь, но вместе. Ку-ку. Одиннадцать, реформы с мертвой точки сдвинутся. Ну, а где 12-е? Ну что, замерзла что ли? Ну помаши хотя бы ручкой-то, а? Ну ручкой-то помаши. Помаши ручкой. Помаши ручкой, помаши ручкой, помаши ручкой. Время пошло! Пора идти из сказки в бы. Сейчас все бросим и пойдем. Чтоб все же сделать из избы не наш, а общий дом. Ты встанешь наконец с колен и разродишься ты. Служение музе КВН не терпит суеты. И Новый год пусть нам всем поможет попасть шампанского в струю. Силы найдем тебе и сложим. А что там складывать? Умножим! Пока часы 12 бьют. Пока часы 12 бьют. И Новый год наконец прикажет померить нам звезду свою. Чтоб красота, как в Эрмитаже,
чтоб в мире тихо. Тише даже. И лишь часы 12 бьют. И лишь часы 12 бьют. Домашнее задание, напоминаю, тему сегодняшнего домашнего задания – Муза КВН, команда КВН Харьковского авиационного института. Здравствуй! А ты кто? Я Муза КВН. Что-то не похоже. Смотри! Теперь верю. Я хочу пригласить тебя на новогодний бал маскарад КВНщиков! У Маслякова! У Маслякова! Правда! Ну нет, конечно, шучу! Я ведь Муза КВН! Возьми меня за руку! Приготовься! Итак, новогодний бал маскарад КВНщиков, господа! Здесь на карнавале и рыба запоет, ведь Пушкин в няню превратится, и всяк его поймет. Улыбка вылетит птичка, а может быть и бегемот. Всякое может случиться, Новый год через границы, отирая снегом лица. Он Путин, он идет самовывозом из Лапландии Новый год. О, спонсор, господа! А4, мимо! Здравствуйте, дорогой наш спонсор Николай Николаевич! Ты кто? Мы молодая команда КВН! Так, студент, я занят, ты свободен, денег нет. Это я не тебе, пупсик. Ж7, ранил? Ж8! Ж8, убил? Так, поговорим. Здравствуйте, дорогой наш спонсор Николай Николаевич. Мы, молодая перспективная команда КВН, собираемся ехать в Москву, чтобы отстаивать честь нашего... Так, если этот жлоб согласится, то тогда плацкарт. Это не вам, Николай Николаевич, а нам общий, до Тулы. Там до Москвы на попутках доберемся. Жить бы у Серегиной бабки, суточных не надо, что останется, вернем. Ну а мне с этого что будет? Александр Васильевич. О. А. О. Александр Васильевич скажет спасибо, дорогой Николай Николаевич. И бегущая строка. От кого? От него. Но это уже плацкарт до Москвы. Дом колхозника 3000 суточных. 3000 много. Ну так под строкой же щит. Какой щит? Рекламный. 1:2. Слава Николаю Николаевичу. 1:2 мало. Хорошо, 5:4. Но это уже купе. Купе это 6:9. Хорошо. И постель. Каждому. И чай. Постель. Каждому. И в первом ряду ваша жена. Так, стоп. Уже никто никуда не едет. И ваша жена никуда не едет. Молодец. А можно? Можно! А успеем? Успеем! Мы ж на самолете полетим! На каком самолете? Ту-154, красавец лайнер! И 30 минут рекламный ролик! Слава Николаю Николаевичу! Ура! 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 30 минут мало! 31! 32! 33! 35! Тонг здесь неуместен! 40 минут рекламный ролик и музыка! Держите шампанское! Пух, девочка! Так! Значит, посмотрим, что получилось! Спецрейс, Боинг 747. 748! Каждому! Гостиница «Россия». Семен! Девочка! Националь! Президентский номер! Каждому! И моя жена! Каждому! Моя жена студент, никуда не едет. И я на 600-м Мерседесе, в красном пиджаке, выезжаю на сцену, и вот в эту вот Моторолу говорю, я, вы слышите, я начинаю КВН! Поехали! А сейчас победитель конкурса красоты «Спасающий мир» робот-КВНщик! Друзья!
Перед вами техническое чудо! Гордый сын жидких кристаллов! Робот-КВНщик! Быстродействие невыносимо! Пока еще команда чухается с разминкой! Робот уже заканчивает домашнее задание! После игры сам радуется за победителя! Сам плачет за проигравшего! И сам пьет за обоих! Хотелось бы увидеть ваше чудо в действии! Нет проблем! Испытываем в режиме разминка! Все вы читали Камасутру! Внимание, вопрос! Не стыдно вам? У вас есть 30 секунд! 20! 10! У вас не осталось времени! Василич, пригнитесь! Сережа, иди домой! Мам, ну ты чё, ну мы в КВН играем! Я кому сказала? Ну, мам, ну пожалуйста, мам! А взрослые с вами есть? Есть! Александр Васильевич с 5-й квартиры! Скажи ему, пусть тоже идет домой. Его сейчас по телевизору показывают. Ребята, айда смотреть. Ну что, нравится тебе у меня на балу? Нравится. А хочешь сам принять участие? Конечно. А что для этого надо? Для этого нужно занять самое главное место на сцене. А какое место самое главное? Это в центре с радиомикрофоном. Ой, а где я возьму радиомикрофон? Пых, пых, на. Ух ты! Раз, раз. Садись, если что, я буду за дверью. Сейчас они придут. Эй, ты чего мое место у микрофона занял? Ты того. Чего того? Ну давай, короче, того, импровизируй отсюда. Давай. Так это ж доцент! Здорово, доцент! Здорово. А вот танцуй отсюда! Во-во! И пусть танцует! Веселый и находчивый! Кевин Гамбургский! КВН-архив! Физкульт, привет! Ой, кого мы видим? Мы начинаем КВН! Для кого? Для чего? Слышишь, деточка? А тебе не кажется, что твое место в подпевке? Кто это? Да это Микола Питерский! Сколько я шутил? Сколько пошутил? Сколько шуток классных загубил? Ты чё? Текст порву! Со сцены выгоню! Всю жизнь на декорацию работать будешь! Помогите, КВН, ты чё твою вылежал! Ты звал меня? Да. А теперь я приготовила для тебя сюрприз. Правда? Да. Сейчас тебе докажу, что КВНщика можно сделать из любого человека. Даже из того, кто сидит в этом зале? Да, даже из того, кто сегодня сидит в этом зале. А из кого мы будем делать КВНщика? А вот это тебе и предстоит угадать. Ага. Так, а как же я угадаю? Ну, подумай, а? Угадай-ка, кто он такой? Он с красивой бородой. А в этом зале? Да, держу пари. А близко к сцене? Близко, но не в жюри. Гляньте, он встает, к сцене медленно идет. Микрофон берет, значит, с нами он споет. Это Евгений Маргулис, наш сюрприз! Добрый вечер, это я. Вижу в шоке мои друзья. Все бывает на Новый год. Да не сидите, разину в рот. Почему я здесь? Зададите вы вопрос. Это наш сюрприз. Я сегодня Дед Мороз. Thank you.
А ты сам-то кем будешь? Музыка ВМ! И все-таки, джентльмены, что такое КВН? Господа, КВН – это одно из самых удачных сочетаний трех букв русского языка. И за это я предлагаю выпить с локтя. Поручик, а может, все-таки со стакана? Лапа! Аля, у нас последний тост за родителей, да? Алла, я когда про родителей слышу, я всегда плачу от счастья. Почему, Вахрам? Слышу, значит, не глухой, да? Господа, джентльмены, друзья, ребята! Не надо ссориться. На самом деле музыка КВН находится в каждом из нас, потому что для нас КВН – это жизнь. А жизнь – это не что иное, что КВН. И слава богу, эта игра продолжается! Находчивых. Игра, рожденная в 1961 году, уничтоженная в 1972 и вновь возрожденная в 1986. Долг каждого честного человека не дать погибнуть этой замечательной игре. Хорош шутить. Старый сезон завершит оборот, и наступит Новый год. Окна настежь, двери настежь, не открывай. Зимой холодно, но знай, там за окном, прямо с твоего двора, начинается игра. Скажи привет назад и песню спой, всем, кто вокруг, улыбнись и марш домой. И знаешь ты название домашнего задания, оно называется «Жизнь». Оно называется «Жизнь». В игре столетия летят почти как дни, но наступает тот час, и ты пойми, игра ведь каждый знает, без грусти не бывает. Но это приятней, чем груз без игры. Итак, внимание, внимание команды на сцену.
Ну что ж, дорогие болельщики, дорогие телезрители, дорогие болельщики в зале. Ну вот, видите, так случилось, что жюри в последний момент решили посовещаться. Это их право, думайте, уважаемые судьи. Я полагаю, что музыка ВН вам не безразлична, поэтому совещайтесь. Я сейчас хочу, чтобы на эту сцену вышла наша гостья, очаровательная женщина. И те слова, которые они скажут, я так подозреваю, будут приятны обеим командам. Итак, это вице-президент Российской финансово-промышленной группы Наталья Румянцева. Пожалуйста, Наташа. Дорогие друзья, прежде всего я хочу поблагодарить команду за прекрасную игру, а точнее за прекрасные игры. Я думаю, что этот сезон стал один из наиболее ярких в истории КВН. Значительная заслуга в этом ваша. Мы надеемся, что будущий сезон будет не хуже, для чего мы приложим свои усилия. Дело в том, что Российская финансово-промышленная группа приняла решение стать генеральным спонсором клуба «Веселых и находчивых» в 1996 году. И еще я думаю, игра КВН – это единственная, пожалуй, игра, где команды играют не на призы. Поэтому Российская финансово-промышленная группа приготовила новогодние подарки. И раз уж эта игра так или иначе связана с телевидением, один из подарков – телевизор, а другой – видеокамера и видеодвойка. Ну а кому достанется какой подарок? Это мрачное карканье по поводу проигрыша демократии. Этого не произошло. Есть праздник, который лишний раз показывает, что ко всему надо относиться с юмором. Даже к собственному волеизлиянию. Надеюсь, что это все так и произойдет. Ничего страшного нет. Будем смеяться. Смех уже одних погубил, погубит и других. Ничего страшного в этом нет. А теперь то, что касается итогов. Мы вот здесь, и опираясь на мгновенную способность Гарика просчитывать все, мы поняли, что разница может быть где-то в пределах 0,04, что является, может быть, правильным для математики, но не является правильным для КВН. Поэтому мы решили, что итогом сегодняшней встречи является ничья. С чем я вас и поздравляю. Андрей Макаров. Поздравляю Александра Васильевича в первую очередь и команду с Новым годом. Мне бы хотелось сказать следующее. Спасибо командам, которые показали сегодня чудесную игру, чем скрасили год уходящий и дали так много надежд на год будущий. С Новым годом вас! Спасибо вам! Спасибо, Андрей. Гарри Каспаров, пожалуйста. Да, действительно, получилось так, что мы решили присудить ничью. Разрыв маленький, действительно, математический. И, конечно, не хотел, чтобы эти сотые что-то решали. Тем паче, я думаю, оценка сегодня дается и за весь сезон. Действительно, команды прошли его блестяще. Я думаю, что то, что КВН сделал за 10 лет своего возрождения, это, по-моему, гарантия нашего будущего. Будущего, в котором мы будем счастливы и в котором обязательно будет КВН. И, кроме того, учитывая, что этот зал видел разные вещи, и не только счастливые, я надеюсь, что со следующего года он станет местом только таких торжественных мероприятий. С Новым вас годом! Спасибо большое, Гарри. Леонид Ермольник, пожалуйста. Я хочу сказать, что я получил сегодня удовольствие, потому что сегодня был настоящий праздник КВН. И давайте самое главное все-таки, вот, по-моему, мы еще не сказали. Этим КВНом сегодняшним заканчивается 95-й год и начинается 96-й. Если с этого начинается 96-й год, я думаю, что он будет счастливым. Спасибо, ребята. Спасибо. Леонид Парфенов. Я сегодня понял, почему Масляков любит приглашать коллег телеведущих в состав жюри, чтобы завидовали. Потому что, когда находишься на съемках других программ,
включая собственную, ты не понимаешь, как это потом будет выглядеть на телеэкране, чего это делает, а что это потом получится. Здесь все понятно сразу, вот как это будет, это готовое шоу, и все ясно, чего там монтировать, это так вот живьем и давать. Я понимаю, что вот с крайне левого фланга там раздастся опять упрек, что раньше играли не так, и что импровизации было больше, и что тогда был капустник, а теперь это уже профессиональное, поставленное, отрежиссированное мероприятие, и что вообще в 60-е годы играли лучше. Ну, значит, КВН — это еще и игра 90-х. И вот за эту вечную молодость, которая заложена в самом принципе, когда каждое следующее поколение игроков делает эту игру веселой и находчивой, вот за это и стоит выпить. Совершенно справедливо, спасибо. Иван Демидов. Я вот что хотел сказать. Я очень волновался, но теперь я успокоился. Все хорошо кончилось. И хорошо начинается действительно Новый год. Год назад за всеми новогодними столами, за которыми я был, везде звучал самым популярным тостом один. Не до хорошего, лишь бы следующий год не был хуже. Я думаю, что мы этим загнали себя в окончательный тупик. Мне повезло, я прожил этот год еще и в жюри КВН, и теперь я точно хочу, не боясь, желать вам, себе. Давайте не бояться желать лучшего. У нас же есть такие передачи, есть мы, в конце концов, но и Министерство обороны, и Государственной Думы. С Новым годом вас, с новым счастьем. Спасибо огромное. Спасибо, Ваня. Юлий Гусман. Добрый вечер, дорогие друзья. Я действительно мог сказать, что вечер в 60-е годы был длиннее и лучше. Снега было больше. Это правда. Я могу сказать, что впервые в КВН офицер украинской армии выводит российскую команду армейскую. И эта дружная команда, и паню Кучмы, и Борис Николаевичу идеальный пример, как надо делить Черноморский флот, и вообще, как надо дружить и работать вместе. Пусть посмотрят передачи в двух странах, ничего этого я не скажу. А скажу вам следующее, дорогие друзья. У нас сегодня две замечательные команды, два чемпиона. Чемпионом 1995 года. Давайте мы встанем и громко поприветствуем чемпиона, команду ХАИ и команду «Гусар». С Новым годом! Дорогие болельщики! Дорогие болельщики! Что бы там ни показывал календарь, в нашем клубе Новый год начинается именно в эту минуту. В минуту, когда все решено с чемпионами 95-го года. И глядя на наших уважаемых, они потрясающе сегодня выглядят в смокингах, члены нашего уважаемого жюри с бокалами шампанского, глядя на них, я вспоминаю фразу, которую я давно не говорил. Всем шампанского! И сейчас, наконец, я хочу сказать тост. Я хочу выпить за новых чемпионов, вернее, даже уже за старых чемпионов, потому что начался Новый год. Значит, придут на эту сцену новые команды, будут новые игры, и будут ребята играть, осененные вот этой самой музой КВН. Значит, в общем и целом, за КВН! Мы начинаем КВН.
чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам всех проблем, не решит всех проблем, а станет радостнее всем. Вижу, здоровое в нем идет, вижу, вижу, Гусмана и так не пьет, вижу, вижу, как он на сцену грядит, нежно, ус рукой теребит. Кстати, у вас отстает борода, я ж говорил, неплохой ПВА, надо брать БФ номер два. Вижу, вижу, сбоку компьютер стоит, вижу, вижу Лену, она все грустит. Знаю, знаю, Лена не может пройти Тетрис, уровень номер три. Случай счастливый сидит рядом с ней, муж у нее и у них пять детей. Ой, будет разговор о тебе, а вижу, вижу, камера в зале летит ближе. Вон жена в центре зала сидит ниже, ты ее к серединке подай, так влево, а теперь опускай. Счет так разбишь там в десятом ряду, нос у тебя как у двух кокоду. Съела? Я домой не приду. Буду всю ночь я с ребятами пить, громко храпеть и в соседке ходить. Хватит меня дома гнобить. Виолончель – это просто кусок воздуха со всех сторон обшитый досками. Итак, глюк – песня про зайцев. То, что вижу, о том пою, то вот, к примеру, я развожу шарфы. Каждый день я на них грешу, к заключению прихожу. Вовсе не нужна морковь, а все, что им нужно, это только любовь. Все, что им нужно, это дело. Даже Ельцин спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Итоги выборов. ЛДПР 11%. Наш дом Россия 10%. Пиво 8%. Молоко и кефир, к сожалению, смогли преодолеть 5% барьер. 3,5% соответственно. Все порастет бельем. Братья, начать и старыми словесы трудных повестей о выборах в Государственную Думу Российской Федерации. И не лепо ли я загнул? Лепо! А Чернобыркин, Краснослонышко, Бутинсон видел? Бутинсон видел, Бутинсон видел, с утра на работу не пошел. Вдруг солнце типа Янго вещи, а работа не волку, лес не убежит. А Центр избирком Российской Федерации сообщает: паки-паки из Чернобыркина, паки-паки из Чернобыркина. 21%. Не буря сопнула из-за Одессы, через поля широкие депутатов сюда бежат. За Майоле мы узнали южны, арки договора союзны. Тут и красный дед, и Россия, и я тут не молодильный, я ничего не знаю, моя хата с краю. Лепо ли я как ногу, сразу лепо. Русичи поля великие, ужными избирателями перегородиша. Сороня в пятом покопаша, и не знали, что рыску мяса, бюллетени в урне кидаша. Эх, хорошо! Нелепо ли, не пяшет, братья, закончить старыми словами.
словесы трудных повесть, я выбрал Государственную Думу Российской Федерации. Баян Бовещий, а регламент хлещий. Контактный телефон Баяна, азбуки, веди, буки, аз. Слышишь, небо голубое. Слышишь, облака. Дождь слепой ведет за руку майская гроза. Чтобы все это увидеть, ты открой глаза. Thank you.
вряд ли чему-нибудь поможет, я имею в виду решение и давление на судейскую коллегию. Я сейчас хочу, чтобы на эту сцену вышла наша гостья, очаровательная женщина. И те слова, которые они скажут, я так подозреваю, будут приятны обеим командам. Итак, это вице-президент российской финансовой...